Здравствуй, дорогой зритель! В моей жизни случилось новое маленькое путешествие. Я оказался в Бельгии, в городе Гент. Цель моего визита – рабочая, но у меня было немножко свободного времени, и я прогулялся по этому старинному, красивому городу. Мне довелось поучаствовать в водной экспедиции по рекам, которые расположены в этом городе. Было весело, душевно и познавательно. На каждом шагу в этом городе история. В каждый кирпич хранит в себе воспоминания о столетней давности. Возможно, даже больше. Старинные замки, дома, булыжные мостовые. Все это погружает в состояние какого-то средневековья. В этом городе я бывал не раз. И, если честно, сюда хочется вернуться вновь и вновь.